Дорогие друзья, здравствуйте! Вы на канале Блондинка жарит, да? Привет! Вилки не нужны? Привет! Вилки не нужны? Тебе нужны? А, вилки нужны сюда, да, даю. Я уже тут начал кусать палочные яблочки. Я сегодня индеец. Да, индеец Чингачгук. Молодец. Так, кому какая вилка? На лапусь, на лапусь. Друзья мои, мне по жанру, по сценарию вилка не нужна. Вот моя вилка. Тоже. Лабузя и макароны. Тут салфеточка нужна. Да, вот я положила. А мне не дашь? Можешь испачкать. Так. С нюнями? Нет, нет. Так, спасибо, спасибо. Этот, мне как, есть корочку или нет? Есть чуть-чуть, лапуть. Лапуть. Мясо. Давай. Ну, приятно вам. Самое вкусное даю. Сегодня у нас крылышки куриные, вкусные. Тарелочка с овощами, с сыром, с таким сыром. Яблочко. Это сыр. Нет, вот такой пробуй. Яблочко. Давай. Сыр, сыр, какое яблочко. Ты что, яблоко и сыр? Лапуш, яблочко хватит на всех. Думала, засниму мукбанг. Культурный. С вилочкой, с ложечкой. Не подготовились, и вот крылья. Пожалуйста, ну крылья, ну уже какая вилка, ложка. Согласитесь, какая вилка, ложка на куриные крылья. Так, захотелось, я их не покупала. Не покупала. И решила купить. Угу. Так, мне сегодня дочь сказала, давай побазарим с мукбангом, с вами, совета спросим. По поводу, как ты там? Что мы ненавидим, все в той круге. Все. Честно. Если честно. Ну, 99,5%. Процентов. Что? Hello, I love you. I love you. Hello, I love you. Да, малышня, кто-то английским занялся. Hello, 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 hello. Да блин. Ну, что ненавидишь во мне? Хотела говорить, что в тебе, а начала думать. А я в себе ненавижу. Так, значит, то-то, то-то. Ну что? Безответственная местами. Ну, не безответственная, а ответственная. Но поэтому получается безответственная. Я. Лапусь, ты одни яблоки ешь, макаронину быстро. Тоже мне. А я кожу. Тебе ненавижу то, что ты бывает местами... А можешь сюда класть мясо? Тогда же вилку ешь. Местами ты гадишь везде... И ссоришь. Да. Чем, вот извините меня, чем я сорю? Это ты. Вот я если оставлю тебя дома одну, я прихожу дома свинарник. Ты приходишь, звонишь за 30 минут. И ты начинаешь убираться. А у меня такого нет, я просто не сру. Я просто убираю все в конце дня. И вот я ем, я не буду вставать и убираться сейчас, если что-то нагадится. Я убираюсь. А потом уже уберусь. В конце концов, кислотный желудки. Нужно сначала поесть, нет, нет, а потом макароны... уже идти убираться. Ну, хватит. Будь это, человеком. Сейчас спасение. И что, можно... Хватит желудок портить, а? Яблоко это не еда, это так. Давай. Позже, после еды съешь. Ты еще камеру со снегатью ела, пока ты не видела яблоки. Нос. М-м.
Я? Где я? Я всегда, если что-то насорила, всегда убираю. В раковине могу посуду оставить, да? Для посудомойки. Накапаешь на одежду, на тапочки. А майка? Что майка? Рассказывать? Да. Что за майка? Попала каким-то образом. Майка в унитазе. Футболка в унитазе. Ну, это докинули, все. Хватит ерундой страдать. Вечно у вас какие-то туалетные истории во время еды. Ну, у нас корзина с бельем рядом с унитазом. А то не видели. О хорошем говори. Рассказывай то, что о хорошем ты говорим. Во мне ненавидишь. Я в тебе. Мозги. Вообще-то у меня 108 еще IQ. А то и больше. Генетику сдали в генотеке. IQ 180 показала. У нас у всех причем. Не знаю, как-то незаметно. Ко мне заметно, что. Ладно, ешьте. Так, помидорчик. А, ну ты ешь, у тебя еще тут лежит. Давай, что мы обожаем тут руки. Говори. Ты дашь поесть? Ну, говори. А то я сама начну говорить. Обожаю. За тебя. Вот люблю мимимишность. Вот это вот он. Иногда такой добренький, мимимишный. Она никогда не была такой неласковая девочка. Она грубая какая-то. А вот этот вот ласковый, придет, обнимется. Потому что... Обнимется, поцелует, понежится. Она говорит, ты уже взрослая мне. Когда я такое говорила? По сиську мне, все, короче, выросла. Ну, в школу пошла я и говорила тебе. Еду так не готовила. И чего-то я... В смысле, еще скажи, что не кормила, впроголе. Нет, я тут так не готовила, готовила то, что я не люблю, потому что я какая-то врач тупая посоветовала. Да, я уже не помню, что я готовила. Этот, что хотела сказать? Я хотела сказать... Помню, что я помешана была на борщах. Постоянно борщи были. Ну, плов я постоянно частенько готовила, я люблю. А мне будто готовила, что он любит, а не... Вот. А мне не готовила. Потому что здоровый. Я уже научена. Огурчик. Ешь еду. Там чего-то я тебе говорю, а ты успеешь. Не горит. А ему сразу тю-тю-тю, ля-ля-ля. Неправда. Да. Ну, давай еще сцену ревности мне устрой. Ты нет. Я не была коробочкой, я была очень... Милым ребенком стихи тебе писала в открытках. Ты стихи мне из мультиков переписывала. И думала, что я не пойму. А еще ходила по телефону, как будто она с детским садиком разговаривает, и все верят ей. А мультик я тут сама зачем-то включила, забыла. Да, написала мне стих из мультика, открытку, все. А потом включает этот мультик, и я слышу этот стишок. Капец. Бабочка Элина, красиво, как картина, Элина прилетает, и радость наступает. А бабушки скрыли, они знали. То, что это из мультика? Да. Или нет? Они тебе помогали писать. Да нет, я сама писала. Да? А еще иногда... Я все вижу, блин. А еще иногда с бабушками оставалась... Они уходили там шушукаться что-то про меня. Она брала телефон и записывала мне все их разговоры на диктофон. Ой, блин, я потом все это слушала. И еще мне... Сейчас. Там кто-то вышел, да? Что-то ты что тут делаешь, да? Ну, ты рассказывала, что там было. Да. А я тихонько выходила из комнаты. И диктофончик,
А больше меня никто и не звучал. Все болтали, все свои секреты обсуждали. А я была самостоятельнее, кстати, чем он. Угу. А я. Давай о чем другим поговорим. Ты вообще стихи из мультика писала. Да, малыш меня цветы дарит. Магазин идет. И в 7 лет мама тебе свара семечки и ты ела. Умненький против. Чего грела? Жевала семечки. Ой, да, может и было. Ешь, пожалуйста, еду. Пока не съешь, не пойдем. Бегом. О чем будем говорить дальше, думаю? Что ты хотела сделать? Чеснок. Свежий чеснок. Не то, что ты покупала. Не то, что вы вместе, кстати, ходили. Ай-яй-яй. Какой чеснок лежал, такой я и брала. Там лежит чеснок, давай. Вот вижу первый чеснок. Или там где-то наоборот поискать, покопаться. И несу его. Этот чеснок лежит вообще в другом отделе. Это же фермерский. Он хрустит, как свежачок. Острый. Я один чеснок не устроил. Я еще хочу сделать секретный мукбанг. Где будешь мясо с макаронами? Пока не хочу раскрывать, о чем он. Я но хочу. Ты меня поймешь. Вот смотри. Ноги. Смотри, тут вот эти такие вот штуки. Желтое убрать, вот это все убрать нужно, а все мне остальное оставить. Все, хватит здесь мне. Ешь. А вилкой-то удобнее есть, чем руками. Да, но мясо, как ты будешь есть вилкой? Не, макароны. Ну, куда же макароны руками ела? Ешь. О, можно сразу несколько мясо схватить. Давай, мясо хорошее. Ну, что, я ем еду и яблочко, еду и яблочко. Что я могу интересного сказать? Ладно. Неправильно хайому засняла освещение и настройка камеры. Теперь мучаюсь, вырезаю. А посмотрите видео там, где Тянкиную ногу видно для этого и тапок. И догадайтесь, до какой песни? А я могу спеть. О, давайте все сделаем поющий мукбанг. Это тоже моя идея. Угу, тогда я подавлюсь. Идея подавиться? Когда поешь, ты вдыхаешь, вот вдохни. А я умею дышать ртом и есть. У меня просто нос был заложен очень долго. Проблема с этим была. Я ела и дышала ртом. И жевать еду так было тяжело только. Поэтому я немножко жевала еду. Как семечки тебе мама сувала? Глеба! Так, я думаю, о чем будем говорить? Об огурцах. Да, коты боятся огурцов. Огурцами можно лечить болезни. А знаете, почему коты боятся огурцов? Огурец водяной. О, не могу сказать. Да нет, потому что огурец это коты и огурец считают, что это смеи. А, похож на змею. Давай-ка садись нормально. Я тебе сейчас дам. Бери. Тебя покормить, друг мой. Давай, все. Не трать. Не надо. Тебе положить картошку, а? Не надо, я хочу еще упаковку. Круто получилось.
Нет, я положу тебе, дочь моя, плюх. Ну, блин, смешной получился мукбанг в тот раз. Не, не надо, не надо. Тебя покормить? Нет. Не, не надо, не надо. Пойдешь. Так, о чем будем говорить еще? Соскусы или яблочки? О бабочках. Падет тесткие мультики. А как вы думаете, вкусные бабочки? Нет. Фу, да, здесь идея возникла. Тайские блюда поесть. Мукбанг. Червей дождевых. Из Таиланда привезенных, хороших, свежих. Не то, что вы подумали, мы не будем набирать их во дворе. Но если жареных, то можно. Лапусь убирать, не, они портят аппетит. Лапусь не могу. Но шелкопряды это можно съесть соус во фритюре. Скорпионы там, еще пауки там были. Ну, паучки самые аппетитные, у них такие лапки, знаете, вкусные. Ой, не знаю. Это еще надо достать, это блюда эти. Вот если достанем, то обязательно съедим скорпионом. Конечно, это не вызывает прям аппетит, но вдруг вкусно. Этого лангуста же мы ели, омара, лангуста, крабов мы ели больших. Вот. Потом кого мы еще ели? А, ну устрицы морские, ежи, это все, наверное, едят. Устрицы, ежи. Я обожаю улиток. Есть, прям люблю виноградные улитки, моя любовь. Красота. Улитки вкусно, хлеб в масло макать. Да, багет безглютеновый макать в соус вот этот вот со сливочным маслом улитки готовятся в кокотнице. Красота. Если еще шампанское, Дом Периньон, бутылочка. Или Кристалл. Вообще красота. Ну, майот можно на худой конец так. Не очень. Сейчас покушаю. Не, не надо, не надо. Сейчас покормлю. Не, не надо, не надо. Ну-ну-ну. Еще сыр берем, полезная для желудка. Вот такой? Я думала, наоборот, не ела. Ой. Как? Яблочко соскусил. Последнее. Это знаете, что у меня? Это у меня неспроста. Ой, блин, как его теперь назад? Это я специально после того, как помыла голову, заплела, чтобы потом были такие волнистые волосы. Это пацеты мой. Не, Глеб, еще. Среди пацеты яблоками. Какими яблоками? Давай, я ем, я не буду сейчас резать. Я тебе серьезно говорю, тело позже порезу, если поешь. Порезу. Так, господи, я никуда посмотреть. Руки все испачканы, и мне портят аппетит. Фу-фу. Макароны. Я сейчас по столу иду есть. Не надо лапуть. Я вот нос испачкала в соусе. Буду сидеть теперь как поросенок. Хаю. Ну как тебе крылышки? Я по другому рецепту сегодня сделала, без томата. Не-не-не. Мяско, мяско. Надо мяско. Так картофель вкусно готовить, да? Сегодня Диана пела мне песню про маму. Ай-яй-яй, ну спой. Так, только пришлю еду, попью. Давай. Разгладь все связки. Дать тебе гоголь-моголь. Маю, не я и потому. Ешь давай. Только в следующем году. Мама, не взяли в ПТУ. Попробую я в следующем году, я чуть-чуть подожду, и, может быть, попаду. Поздно, время вышло,
дрожит моя спина. Я скажу вам прости, всем прости, пока. Да. Как-то так. Если кого не надо, не надо, стань сюда. Прости. Не, не надо, не надо. Хочу сделать видео. С тобой, дочь. Не, не, не надо, не надо, я с упаковкой. На. Буду, давай. Так, сейчас тапки отену. Мне понравилось снимать видео про диету Жанночки Агузаровой. Очень круто получилось. Ну, сама еда. Да, не переедаешь. Да. Ну, как сказать, полуголодная, можно сказать. Ну да, да. Но это только временно, потому что когда вот уже подъел чуть-чуть, не надо нажираться, пихать, пихать, пихать. Хотя вот я пихаю, пихаю. У меня следующее, наверное, видео выйдет, там я на весы встала. Буду монтировать и показывать свой вес. Вот сколько вы думаете, я вешу? Я вроде не толстая. Ну. Или мне кажется? Не очень, не очень. Не очень толстая. Честно говоря, диета не полуголодная. Вполне нормально. Я толстая. Только я пишу. Я толстая. Вместо рыбы добавила побольше мяса и полники попитательней. И тогда все хорошо. Я там на макарон не наступи. Ну, для похудения, если то, отлично. Ну, не полники. Для похудения. Полники можно всегда... Для похудения отлично эта диета. А так я бы себе добавила полники побольше, мясо. Еще 10. Нет. Надо. А так питаются вполне хорошо. 7. Вот здоровые. 6. В принципе, и так. Нет. Питание. 6. Последнее слово. Когда поинка 6. Кушать ладно не любит. Ну, частично хорошо. И договорились. Это по она, значит, это... Если ты 2 съешь, значит, это есть 2. Зачем взяла соус? Я думала, будет а тут и так соуса этого. Хорошо сделала. Я сюда и мускатный орех положила. И куркума у меня, и паприка. И еще как ты не любишь, имбирь сюда. Ну, главное, по чуть-чуть, чтобы для вкуса я раскрыть вкус. Я еще паприку не люблю. Люблю. Да, раскрыть вкус. Но не чуть-чуть надо прям пересыпать, потому что мускатный орех пересыпешь невкусно, имбирь пересыпешь невкусно. А вот понемножечку. Самое оно. Так-то и не чувствуется, да, ничего этого? Мяско еще дать? Ну да. Нет, все. Не, не надо, не надо. Жирная получилась. Жирная получилась, потому что она сама себе. Ну, сколько ты корочек оставляешь. Ну, все, съех съесть. Я еще их съедаю. Все, съех съесть. Молодец. Он последний. Дай всю курицу, мне хватит жрать. А немного ли? Ну, не буду есть, пока не наемся. Корочки сними просто и все. Я просто не хочу. Мне больше некуда толстеть, мне надо худеть. У меня лишних 15 кг. Да. Вы когда-нибудь кто-нибудь делал вообще, вот как это, состав тела на аппаратах? Я ходила, делала на аппаратах у диетолога. Мне еще тогда показывало, что, ну, мой идеальный состав тела. Когда у тебя будет идеальный состав тела, ты будешь почти как я по весу. Блин, как-то скучненько. Хочешь уйти с нашего мукбанга? Да. И поиграть просто на суетике. Ну, хочешь, прощайся. Или давай, дай ему телефон, может, он посидит. Да, дай телефон. Пускай. Видишь, просто как бы это видео с нами. Да. И никакой игрок не должен уходить. Только, наверное. Ну ладно, придется выйти потом. Пыльцами тебя же не испачкала, аккуратно. Ну там молкость есть. Да? Тут ты руками ешь. Да. А тут есть новая клейка, хочу покасать. Ну, нашу мукбанг руками. Хочу покасать ребятам новую клейку. Потом, когда будет мукбанг, не руками. Покажи поближе. Давай по стол. Не надо, я увеличу. Будем есть. Ага, стол. Наклейка новая на телефон. Да, мам,
раз. Будем есть макароны вилкой, ну, когда будет вилка. Ну, как вы поняли, она в другую сторону идет, просто так на камень. Угу. Я люблю помидоры. Ты ни одного помидора не съела? Ни одного. Зря. А я люблю. Но я, честно говоря, хочу помидоры и огурец съесть, потому что я пить хочу. Водички надо попить. Сейчас попью. Чеснок, зараза, острый прям. Все, весна. Красота. Да, я вышла на улицу, смотрю, лето. И я начала ходить не просто, а пригибаясь, подпрыгивая, перепрыгивая. Я этого не видела. Типа я ку-ку. Когда приходит весна, когда уже не до сна, я под звуки моря не остановлю. Я говорю человеку, подвиньтесь, дайте мне пробежаться. А я так люблю зиму. Когда приходит весна, котам уже не до сна. В сапогах хожу. Мур-мур между нами. Спотыкаюсь на улице раз 5, а то и 10. Ходить невозможно, когда в кроссовках так легко, приятно ходить. Можно ходить в темпе. Удобненько. Ну, конечно, ты же ходила в зимней обуви. Я думала, что там? В зимней обуви с носками, со штанами ватными. Фу, мне жарко, кстати, друзья мои. А так жара. Легко, тепло ходить. А мне тут, кстати, тоже жарко. Все в жар кинуло невозможно. Угу. Да. Дядечка, классненько. Так, ну я наелась. Ты будешь доедать? Я могу за хлебом доесть? Можешь, ты кусок доедешь. Ну куда 2 куска, 3 куска оставлять? Это же совсем. Не знаю. Ну доедай. Давай. Реально, куда? У меня больше всех салфеток. Так ты мне просто не давала. Да. Если надо было, попросила. Не надо с больной головы на здоровую. Ну, надо попросила, да, конечно. Ну, значит, не надо было. Ну, значит, не надо. Да, чеснок ядреный. Хорошо, он когда ой, в супе, блин. Еще где-то. Вчера салат ем. Хочу яблоко взять, ем его. Смою чеснок, думаю, Да, и как? Обожгло? Да. Крутяк. Яблочко, блин. Хотела съесть, это чеснок. Будь внимательнее. Это мне аппетит. Хочется помыть их, руки вообще. Не хочется. Очень хочется помыть лапы. Попить, что действительно хочется. Так, что я буду делать следующее? Следующее у меня, значит, друзья мои, будет влог. Потом надо, может быть, доставку какую-то заснять. Бьюти-бокс. Хочу бьюти-бокс. Из Кореи, из Японии вот такие бьюти-боксы. Буду молодеть и красиветь. У меня идея на косметику. Подожди, у меня новая фишка же в видео. Забыла. Какая? Сделаешь мне глаза, как у рептилоида? Стойте! Подождите! Вот в прошлом видео она где-то сделаешь мне глаза, Диана, то есть сделаешь мне глаза, меня как называют просто. Короче, сделаешь... А потом Глеб такой, какочка! Ну, короче, дело не в этом. Сделаешь мне глаза? Я говорю, да, сделаю, но это делала не я, сделала! Это сделала она глаза, это она себе делала глаза, это не мое, а я не делала ей глаза. А вот ты сделай тогда и покажи, как ты можешь, а то только бла-бла-бла-бла-бла. А я сейчас себе видео делаю. О, да-да-да, только... Да. Кстати, конец дня, где мой перевод с английского? Ох. Ну вот пришлю перед сном. Или завтра тебе я вырезать не буду. Нет, завтра мне поздно, я буду готовиться, у меня грандиознейшая, мне очень нравится идея видео. Ладно. Давно уже, уж как год хочу заснять, но все-таки там просто на английском мне надо перевод. Я и кусочек видео, ну, может быть, там, видео там где-нибудь выложу. Короче, я подумаю, как сделать. Интересно мне заснять самой видос, поэтому сегодня же мне перевод с английского. Там просто не просто текст надо перевести, а надо речь перевести, разговорную. Вот. Там надо текст перевести, а речи там не было. Там речь. Ну, если по памяти.
Речь просто можно легко перевести, я помню. Да. Ну, да. Короче, я эту видюху еще и потерялась, она где-то у нас там. Да, вот я ее не особо помню, я ее найду. Найдем, да. Ну что, уже покушали, выковыриваем там, кто-то поел, кто-то устал, кто-то сейчас пойдет у меня. Я устал. Я, короче, массас. Очень устала. Милотусик мой, моя любовь моя. Давай поцелуемся срочно. Ага, только можно поесть ногами? Ногами нет, позже. Какая у меня для вас идея? Ну, это вот когда мукбанг с ногами. Это идеально, на мой взгляд, я это обязана сделать. Давай. Я вот не знаю, мне кажется, буду ли я в этом участвовать или нет, это получится какая-то, ну не знаю. Ну она точно такого будет. Такого ни у кого хочет, нет. Да. Мукбанг с ногами, нет, искали, это лучшее, что может прийти в голову. Мукбанг ногами, короче, ой, все. Ой, не знаю. Мне вау. Кажется, мукбанг без рук и без ног лучше, а так, лицом. Тоже круто. И ногами, и без рук, без ног. Вот так. Тогда торт будем есть без рук. Да. Да, торт. Я первая съем торт, я обожаю тортики. Нифига. Что, ты хочешь соревноваться? Да, будем соревноваться, кто первый. Но я не могу быстро торта. Глотать, у меня пищеварение. А еще есть лицом сойдет мукбанг. Есть лицом? Да. Знаешь как? Как? Просто отмахивать от какой-то еду яйцо и обвисывать языком. Язык не так не пойдет, круговой язык, да? Ну, как, сколько въесит? А, тогда как? Ладно, все идеи приняты. Последнюю доедаю. Да. Все. Друзья мои, всем пока. До свидания. Пока. Ставьте лайки, пишите комменты. Приветствовать следующие мои ролики. Что нужно на это видео поставить? Давай, показывай быстрее, лапусь. Руки хочу помыть, хочу мыться после этого. Ой, я только что помылась, и волосы все в жире. Ой, блин, чуть я снимаю. Дай новую салфетку. Так, я включу язык рукой, чтобы вам подсказывать. Постоянно волосы лезут в еду. Край. Да они везде лезут, блин. Подписка. Комментарии. Сейчас. Колокольчик. Ой, как милотошненько, лапусечка. А это все, что можно поставить было? Ну да. Как назло, вот с какой там мукбанг уже, который мукбанг, и все руками едим. Вот как-то оно случайно получается. Не специально, а ведь можно было вилочкой, ложечкой поесть. Нельзя крылышки есть вилочкой, ложечкой. Ну, как? Можно было что-то приготовить. Можно было ковырять, это было бы идиотизм, нет, да, можно было? Нет, я говорю, можно было приготовить что-то. Но получилось так, что приготовили это. Устрицы хочу. Устрицы. И улитки. А еще хочу... А я хочу ковяз яичечки. Так, все, я, наверное, наелась. Ну ладно, это посуд. Сутка? Могу сделать, муж, у меня есть две щеки. Ой, блин, я майку испачкала. Все, друзья, пока-пока-пока. Пока. Пока. Так, вот стаканчик водички.